Приветствую вас, мои дорогие зрители, с вами Лилия Донскова. Сегодня у нас будет обзор, наверное, это итоговый уже заказ, последний заказ из каталога Oriflame номер 3. И мы притащили заказы пешком, только сейчас пришли с рюкзаками, прошли 8000 шагов, потому что Саратов занесло таким снегом, машину просто выгнать даже невозможно со двора, поэтому мы решили прогуляться, заодно нагрузочку хорошую получили. Заказ на 200 баллов принесли, но прежде чем сделать распаковку, я вам хочу сказать, что суббота у нас последний день каталога, сайт будет работать до 21 часа по Москве, и вы еще успеваете сделать заказы по текущим ценам, а уже с воскресенья, с 13 марта, цены поднимутся на 20%. Это немного по сравнению с другими компаниями и в принципе с повышением цен в магазинах, но тем не менее, если вы планировали что-то приобрести, то можно сегодня, еще сегодня успеть что-то заказать. И что еще важно, если вы любите делать подписку wellness, понимаете ее выгоду, то тоже знаете, что с четвертого каталога подписку оформить будет нельзя, успейте это сделать в третьем каталоге, чтобы подписка продолжалась. Ну а теперь давайте посмотрим, что в заказах. Я начну с первого рюкзака, он очень тяжелый, его я несла, и этот рюкзак я как раз только вот получила по акции за 1 рубль, можно сказать, в подарок, и сегодня первый раз его выгуливала. Слушайте, у меня прям вот ощущение классное, он такой легкий. Мы его, кстати, сначала свернули в трубочку, положили в Мишин рюкзак, а потом достали и наполнили продукцией, поставили его на колени, будет удобно доставать. Он такой мягкий, комфортный и приятный. У меня здесь очень много помад. Когда я девчонкам в чате написала, что у нас цены будут повышаться, а в принципе они сами начали спрашивать многие, что с ценами, и я сказала, что цены вырастут на 20%, и сразу понеслись заказы, поэтому так неожиданно много заказов получилось. Здесь 7 помад, может быть еще есть где-то в рюкзаке, пока не вижу. 7 помад серии On Color, очень популярная помада, в этом каталоге она всего 119 рублей. Помада классная, действительно, чем она хороша? Мне многие задают вопрос, а вот что хорошего? Итак, она достаточно плотная, дает сочный, хороший цвет. Она увлажняет, губы мягкие и имеет такой достаточно приятный аромат. Ну и дизайн тоже. Такой немножко сладковатый, вкусненький аромат, ненавязчивый. Но он, кстати, быстро выветривается на губах, когда наносишь, чувствуешь, потом уже этого нет. Так, в заказе две смягчашки, это тоже под заказ, со смородиной. Смягчающие средства — один, наверное, из самых популярных продуктов, все его любят, потому что смягчающее средство можно использовать. Я, например, сегодня утром умылась, забыла сделать уход, меня что-то отвлекло, и я потом сижу за столом, такая чувствую, ой, что-то как-то суховато, я взяла смягчающее средство, нанесла сюда на губы, представляете, вот прям на коже, вот сюда вот, где гусиные лапки формируются, потому что здесь сухо все-таки бывает. А мы вчера гуляли вечером, и я без защиты выходила, и мне Миша говорит, слушайте, такое лицо красное, оно даже вот на ощупь стало другое. Все-таки вот какая разница, когда делаешь уход, наносишь тональную основу, защита, даже та же пудра, или выходишь просто вот без всего, кожа сразу реагирует. Мне потом было очень некомфортно, и я везде вот так смягчающее средство нанесла, заодно на кутикулу, на верхнюю, вот на тыльную сторону кисти, все напиталось, все мягонькое стало. В общем-то, такой лайфхак. Кто тут выглядывает? Тоже заказала подруга, потому что она всегда берет этот шампунь, и вот она его только заказывала до того, как узнали о повышении цен, и она мне звонит, говорит, заказывай еще, пусть будет. Так, вот заказали еще палетку теней серия On Color. Здесь палеточка, давайте откроем, может быть, я хотя бы вспомню, по-моему, здесь серыми и сиреневыми оттенками. Так, палетка без зеркала, ой, целлофанчик вылетел, да, очень красивая палеточка, такие светлые тут оттенки. Ну, я думаю, что вы в каталоге как раз все видите, какие классные сочетания, более весенне-летняя палетка, то есть она такая не темная, а более таких светлых приятных оттенках. Так, заказали BB в
fire, светлый, значит, да, оттенок. По-моему, их уже все разобрали. Если есть желание, заглядывайте на сайт, что-то там да найдете. Так, мыла будет много. Помню, что в заказе мыла было очень много. Вот еще кусочек. И самое, ой, еще карандаш. А почему один? Карандашей должно быть два. Ну пока один. Тоже он Color карандаши. Их очень хвалят, я себе не брала, я люблю стрелки красить подводкой, то есть кисточкой, чтобы раз, раз. Очень хвалят этот карандаш. Девчонки, кто пробовал, наставьте тоже свой отзыв в комментариях, потому что люди читают комментарии и будут смотреть. Даже считать не буду, по-моему, 50 масок заказали. Мы все скинулись, я себе взяла, подружки, когда узнали, что маски надо брать, пока такие цены. Они в каталоге по 70 рублей при заказе, по-моему, двух штук, поэтому мы брали четное количество. Гора масок. Вот так, представляете, сколько здесь. Если в каждой маске 30 грамм, 10 масок это 300 грамм, а 5 масок это 1,5 килограмма масок в виде пакетов. И та-дам! Я наконец-то получила термос. Оу, как я его ждала и как я его хотела. Мы сразу начнем пользоваться. У нас круглый год сезон термоса, потому что мы когда идем гулять или катаемся на велосипедах, вообще неважно куда мы идем, мы с собой берем в термосе или чай, или кофе. Он очень красивый, класс, с таким термосом не пропадешь точно. Тут нажимаешь, потому что у нас все уже такие старенькие. У нас термос от Oriflame. Здесь, кстати, та самая штука, которая собирает влагу. Так, закрываем. Супер, я очень рада. Так, здесь все. Рюкзачок пустой. Беру следующий. Единственное, что-то я не нашла второй карандаш, хотя их должно быть два. Ой, надеюсь, я его найду в этом огромном Мишином рюкзаке. Он вообще неприподъемный. Я не знаю, как он его дотащил. Давайте начнем с большого раздела. Ну, конечно, мыло, мыло, мыло. Очень много мыла. Это я себе заказала. Средство для снятия макияжа с глаз. Я именно люблю такое. Медуза, которое нужно смешивать. Оно специально для снятия водостойкого макияжа, но я его люблю изо всех средств больше всего, потому что оно идеально снимает макияж, и при этом оно такое маслянистое, сразу кожа мягкая. Любым другим средством снимаю макияж, во-первых, никогда не получается чисто снять, во-вторых, всегда сохнет тут кожа. У меня очень тоненькая кожа, настолько вот, и она прям, я не знаю, как пергамент. И если я буду пользоваться таким средством, типа мицеллярная вода, или вот есть еще в серии Zevan розовенькое такое средство для снятия макияжа, то у меня сразу здесь сухость и появляются морщинки, а это мне очень не нравится. Слушайте, это кто заказал, не помню, по-моему, клиентка. Уже третий раз я эту помаду заказывала. Какой интересный цвет, коричневый, с ароматом шоколада помада. Слушайте, по-моему, это как раз вот девочка у меня ждет, 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 и наконец-то дождалась. Так, крем кто-то заказал ночной, серия Optimals увлажняющий. Я же говорю, когда объявила, что все вырастет в цене заказа, сразу стало гораздо больше. Так, здесь у нас зубная паста. Она, кстати, сейчас по акции, если брать зубную пасту и щеточку, то получается щетка где-то примерно 50 рублей. Надеюсь, что щеточки здесь тоже есть. Я просто иногда, бывает, скидываю заказ и забываю что-то важное заказать. Гель для душа, серия Feel Good. И этот гель мне нравится тем, что он с натуральными эфирными маслами, и он так вкусно пахнет. И вот именно этот аромат классный для лета. Он такой освежающий, такой бодрящий, вдохновляющий. Вот, я бы так сказала. Мыло, мыло. Я не помню, сколько мыла. По-моему, где-то 30 кусочков в заказе должно быть. Мы даже не проверяли особо заказ. Мы просто его схватили и побежали. Так. Так, и здесь у нас
крема для рук. Это я взяла, знаете, для чего взяла? Должно быть 4 или 5 штук. Взяла на подарки. Я хотела наборы взять, именно вот эти мне нравятся по дизайну. Я люблю дарить подарки, которые людям запоминаются, такие какие-нибудь яркие, с необычными ароматами. И я посмотрела, все раздарила. Вот сейчас было 8 марта, и у меня вот остались буквально 2-3 крема такие вот. Один Love Nature. Ой, не Love Nature. Да, один... Нет, сейчас скажу. С миндалем и с молочком. Как же он называется? Забыла. Loving Care, по-моему, да? Вот, видите, память стала плохая. И взяла вот эти, потому что хороший подарок. Они всего 99 рублей в каталоге стоят. И, ну, приятно подарить, скажите же. Вот, и аромат очень вкусный. Я дочке подарила, она была просто в восторге. Так, здесь у меня два геля. Кто-то не успел заказать. И я знаю, что быстро разобрали эту серию. Новые гели для душа Scents and Moments с ароматом лаванды. Я сама люблю этот аромат, и у меня заказала девочка эти гели, и я просто удивляюсь, как это мы их успели взять, потому что потом пропало все мыло, гели, еще что-то там открываешь, уже этого не было. Так, еще вот такие два геля, серия Discover, разные: пляжи Калифорнии и Коста-Рика. Оба вкусненькие, и тоже все под заказ. Не знаю, вам видно витрину? Уже все вот так вот растаяло. И еще чуть-чуть осталось. Еще один гель для душа. Здесь аромат такого красного цитруса и куркума. Очень вкусно пахнет. В принципе, вот из этой серии Feel Good я могу сказать, что все обожаю. Просто их чередую. Беру то один, то другой. Потому что они настолько вкусные и яркие все. Это заказ, пена для ванны, тоже берет подруга все время. Вот, кстати, только отвезли эту пену, и она говорит: давай еще. Вообще пену даже и не видела в каталоге в ближайшем, потому что, ну, бывает такое, что пены у нас и нет в каталоге. И самое интересное, что... так, все здесь пусто. Самое интересное, что хорошая акция на эту пену, поэтому надо было брать. Омегу взяла. Еще пополнила запасы, потому что могут быть перебои с продукцией wellness, и омега мне очень важна. Я ее, даже если я забываю выпить витамины, но омега у меня всегда даже в спальне просто лежит, в моей косметичке. Я ее люблю рассасывать, просто хотя бы 1-2 капсулы в день я рассасываю. Мне нравится, как вот просто вкус ее, мне нравится состояние, вот даже горло такое мягонькое становится, комфортно, потому что иногда я почему-то кашляю ночью, и от этого могу даже проснуться. Вот еще один крем, то есть здесь пара, дневной и ночной, заказали. И щетки зубные, 4 штуки по количеству пасты. Я молодец, не пропустила этот момент. Вот и карандашик нашелся второй. Все, я теперь спокойна, потому что иногда бывает, надо заказать 2, 3, 4, а я могу один поставить и забыть увеличить. И взяла в запас туалетную воду мужскую, потому что та, которая у меня была, у меня ее купили, а я люблю, когда у меня есть хотя бы 2-3 воды мужские с разными ароматами, с разной ценовой политикой: подешевле, подороже и дорогая. Вот, поэтому я взяла этот недорогой аромат, он всего, по-моему, 499 рублей в каталоге, но он прям вот классный, его все полюбили, и многие мне сказали: а почему ты нам раньше его не показывала, он у нас такой прям классный. Все, это все. Тут еще есть маленький кармашек, но он пустой. Отлично, вот такой вот у нас гигантский заказ. Успевайте отправить свои заказы, все, что планировали. Надеюсь, я вам желаю, чтобы это было на складе, чтобы вас дождался ваш нужный вам продукт. И уже совсем скоро мы с вами встретимся. В воскресенье будем делать первый заказ по 4-му каталогу и посмотрим, как это все уже будет с новыми ценами. Я всем желаю успеха, хорошего настроения и до новых встреч. Пока-пока!